эту яркую и столь значимую церемонию в Доме Российского исторического общества едва не испортила необычная декабрьская погода. Предположить, что за несколько дней до наступления Нового года в столице вместо снега будет проливной дождь, не мог никто из собравшихся. Памятник одному из отцов-основателей, первому председателю Императорского русского исторического общества, был скрыт от любопытных глаз шелковой тканью. И несмотря на ливень, Сергей Нарышкин и министр просвещения Ольга Васильева выступили перед собравшимися, отметив историческую роль и вклад в науку Петра Вяземского. Вяземский был выдающимся, талантливым человеком, друг Пушкина, Жуковского, поэт, дипломат. Видный государственный деятель, он тонко чувствовал свою эпоху и настроение российского общества. О его вкладе говорят и архивы русского исторического общества, и богатая переписка. Петр Ильич Вяземский, князь Вяземский, был заместителем министра просвещения России, и поэтому, конечно... Это вдвойне приятно, что этот удивительный человек, который стал основателем Российского исторического общества, был еще и большим просвещенцем, и что именно его памятник будет находиться здесь, и как-то взаимосвязано все. История просветительства и образование. Бронзовую скульптуру, изображающую Петра Вяземского в полный рост, установили во внутреннем дворе Дома Российского исторического общества. Место, где именно будет стоять монумент, выбирали весьма тщательно и долго, ведь памятник должен был гармонично вписаться и украсить внутреннюю территорию старинной усадьбы, стать символом исторической преемственности. Очень интересное такое патинирование авторское, которое использовано. Сама форма скульптуры, ее размеры достаточно такие вот камерные, академические. Само место расположения, понимаете, ведь потому что мы иногда, так сказать, обсуждаем, говорим о скульптуре монументальной, которая находится на улицах, вокруг которой ходит миллион людей. Здесь двор московский, связанный с именем, связанный с деятельностью. Сейчас здесь находится Российское историческое общество, писателем первого, которого он был еще в 19 веке. Так что очень достойная работа. Это Владимирская область. 2 часа на поезде, и вы в деревне Амутище, что в нескольких километрах от знаменитых Петушков. Здесь, на берегу реки Клязьмы, вдалеке от городской суеты, стоит вот этот удивительный и не менее знаменитый дом. Вернее, музей-мастерская скульптора Леонида Баранова. На месте недостроенного склада, где когда-то хранили сено, теперь здание из красного кирпича в 1000 квадратных метров. Гостей встречают сразу 2 императора – Петр и Павел. Все остальные обитатели дома ждут посетителей в помещении. Здесь Пушкин и Гоголь соседствует с Достоевским, полководец Суворов с императрицей Екатериной, режиссер Любимов со скульптором Церетели. А вот и последняя работа Леонида Баранова, памятник Петру Вяземскому. Сколько времени уходит? Времени на что? На создание вот такой скульптуры. Ну как, по формуле. Вся жизнь и один день. Он, конечно, лукавит, но в действительности создать скульптуру Вяземского Леонид Баранов задумал очень давно, много-много лет назад. Но, говорит автор, памятника не было подходящего места. Я вообще-то интересуюсь людьми 18 и 19 века издавна, с детства. Начиная там с детства Суворова и с детства своего. Поэтому все эти люди, конечно, интересны. Ну, вроде как это налицо, их много подобных. Теперь такое место есть. Еще год назад в Президиуме исторического общества в ходе обсуждения родилась идея установить памятник одному из отцов-основателей и первому председателю Русского исторического общества, поэту Петру Вяземскому. В июле Сергей Нарышкин передал бюст Вяземского музею усадьбы Астафьева. Он теперь украшает один из залов усадьбы. И там же, в Астафьево, в ходе заседания, председатель и члены исторического общества утвердили один из вариантов воскового макета памятника скульптора Леонида Баранова. В итоге, летом было официально принято решение установить бронзовую скульптуру Вяземского в полный рост во дворе Дома Российского исторического общества. Щеткой хочу немножечко зачистить темные места. Видишь, есть где-то светлое, а здесь темное, да? По
Почти полгода работ в мастерской, бессонные ночи, и вот результат налицо. Отлитый из бронзы, Вяземский почти готов к путешествию из Амутищ в Москву. Я намеренно не покрываю его никаким там лаком. Можно ведь покрыть лаком, скажем, скульптурой, она будет, ну, она практически не будет менять цвет. Ну, будет, но очень мало. Или этого не делать? Ну, мне кажется, что лучше этого не делать, потому что, ну, пусть он живет как бы своей жизнью. В естественной среде? Да, в естественной среде своей жизнью. Поэтому, ну, если, например, полировка когда-нибудь потемнеет, то ведь нет проблем взять и заполировать заново. Тут это как раз, вот это все как раз очень легко. Так что там через некоторое время мы увидим, какой будет у него естественный цвет. Ну, мы же ведь тоже меняемся. Ну, пусть он меняется. Леонид Баранов уже вошел в историю отечественного искусства одухотворенными образами известных личностей русской истории и культуры. Работать скульптор начал еще в 70-х годах. Своей главной теме – поэтической интерпретации образов великих деятелей истории, науки и культуры – он остается верен и сегодня. Его памятники установлены во многих городах России и за рубежом. Поэтому, когда макет будущей скульптуры Вяземского был представлен на комиссии, коллеги Леонида Баранова проголосовали единогласно «за». Баранов Леонид абсолютно честный и абсолютно влюбленный в скульптуру человек. Вот. И кроме того, что он одарен пластически, просто удивительно, что таких мастеров именно пластики, их очень мало сейчас осталось. Вот. Но меня в нем подкупает очень. То, что он все делает с удовольствием, с огромным. По поводу Вяземского я могу сказать, что эта скульптура шикарная. Она небольшая по размерам, эта вещь. Но вокруг себя, за счет вот этого внутреннего напряжения, она держит пространство вокруг себя. Это очень важно, потому что когда подходишь к скульптуре там на какое-то определенное расстояние, ты начинаешь чувствовать ее воздействие на тебя. Вот. И вот у этой скульптуры воздействие довольно такое серьезное. С историей надлежит обращаться добросовестно, почтительно и с любовью, писал князь Петр Вяземский. В честь рождения будущего поэта и первого председателя Русского исторического общества его отец приобрел в конце 18 века подмосковное село Астафьево, где выстроил двухэтажный усадебный дом. В имении Вяземских собирался весь цвет культурной жизни России начала 19 века. Сюда приезжали Пушкин и Жуковский. Здесь проходили собрания литературного общества «Арзамас». Большое влияние еще на юного князя оказал Карамзин, ставший его опекуном после смерти отца. Очень важно не только их тесное общение, но и тот факт, что именно в подмосковном имении Астафьево, которое было названо русским Парнасом, сейчас там прекрасный музей-заповедник, именно там, в этом имении, очень много времени Николай Михайлович Карамзин провел в работах, в трудах над своей историей государства российского. То есть с самого начала своей жизни князь Вяземский был приобщен к этому чуду, к романтическому увлечению истории, которое охватило в 10-е, 20-е, 30-е годы абсолютно всех. История в это время не только академическая дисциплина, не только университетский предмет, но это предмет обсуждения в светских гостиных и при дворе. Будучи патриотом, в 1812 году Вяземский вступил в московское ополчение и состоял при генерале Милорадовиче. Ему довелось поучаствовать в знаменитой Бородинской битве, где он чудом остался жив. Турецкий дорожный сундук конца 18 века, который принадлежал семье Вяземских на протяжении не одного поколения, в коллекции Государственного литературного музея находится с начала 20 века. Личные вещи Вяземского сегодня хранятся в литературном музее. Документы, очки, гусиное перо, украшения жены, предметы домашнего интерьера, семейные портреты. Все это показывает личность Вяземского в двух измерениях – бытовом и социальном. Вот в этой витрине мы как раз видим оттиск печати императора Николая Павловича. Здесь же мы видим альбом, семейный альбом для фотографий из семьи Вяземских. Здесь дорогой сердцу Петра Андреевича Вяземского сувенир – это фрагмент лавы Везувия, который
был привезен из Италии. Здесь же очаг от трубки, здесь ножницы, ну и, наконец, фотография Петра Андреевича. Вяземский служил в Министерстве финансов, а в 1855 году занял пост товарища министра народного просвещения, одновременно возглавлял Главное управление цензуры и руководил подготовкой цензурной реформы, продолжал писать стихи. Но, безусловно, знаковым в жизни Вяземского стал 1866 год, когда было основано Русское историческое общество. По итогам общего собрания именно Петр Андреевич был избран его первым председателем. С самого начала они определили и технические параметры, и формат этого издания. Оно должно было быть синоктава, восьмую часть, шрифт, который должен был быть цицера, 11 кегль. Был заказан художнику обложка и титульный лист художественный. Вышедший в свет за полвека 148 томов сборника Императорского русского исторического общества и 25 томов Русского биографического словаря в значительной степени стали основой современной отечественной исторической науки. К тому моменту в стране не было подобного издания, в котором публиковались бы исторические документы, переписка государственных и общественных деятелей. И сборник фактически стал первоисточником, не потеряв своей актуальности до сих пор. Устав Фрио. Вот оно же относилось сначала к ведению Министерства народного просвещения. И у нас была такая точка зрения, что деятельность РИО, она финансировалась чуть ли не за счет личных средств только Половцова. Вот, а это не так. И Министерство иностранных дел, и Министерство народного просвещения, каждая по своей линии, выделяли субсидию на работу РИО. А потом уже, когда Половцов стал издавать Русский биографический словарь под эгидой РИО, тогда он уже личные средства туда вкладывал. Изначально, в общем, это было такое объединение усилий. Даже царская семья скидывалась. Действительно, обществу покровительствовали три самодержца. Император Александр II учредил устав РИО в 1873 году, взяв его под высочайшее покровительство. Александр III, в бытность свою наследником цесаревичем, сам явился одним из инициаторов создания общества, а будучи императором, не только активно участвовал в деятельности РИО, но и всячески направлял ее. Император Николай II взял на себя материальное обеспечение деятельности общества из личных средств. Сегодня эти бесценные тома хранятся в исторической библиотеке, как и прижизненное собрание сочинений Петра Вяземского, его переписка с Тургеневым и многие другие уникальные издания. Рядом с Пушкиным, рядом с великими писателями того времени, поэт Вяземский выглядит, ну, некой такой фигурой. Но для современников это была фигура чрезвычайно авторитетная. Это человек, которого знала вся интеллигенция, которого знал двор. И к нему прислушивались. Если говорить о том, что второй половине XIX века был Белинский, как человек, который владел умами, то для первой половины XIX века это, конечно, был Вяземский. Это человек, на котором сошлось все. Близость ко двору и возможность влиять на ситуацию и доступность архивов, и многие другие вещи. С одной стороны, все-таки и принадлежал он к аристократической среде. Близость к научной сфере, потому что ученые к нему относились с большим пиететом. В литературных кругах и вообще в кругах людей образованных это был авторитет. Среди основателей Русского исторического общества были не только историки, но и государственные деятели, военные, дипломаты. В его составе были и иностранные члены. Все они руководствовались стремлением сделать подлинную историю общедоступной и начали самые актуальные проблемы – публикации исторических источников. Так же, как и 150 лет назад при Петре Андреевиче Вяземском, основной миссией Российского исторического общества является историческое просвещение. Фигура Петра Андреевича Вяземского, как одного из отцов-основателей, естественно, вдохновляет тех, кто сегодня продолжает дело коллег из Русского исторического общества. Сейчас в Российском историческом обществе уже сотни членов, сотни юридических лиц, физических лиц, профессионалов, любителей истории. Но мы должны хорошо помнить, с чего все начиналось в 1866 году, со стремления группы людей заниматься
историческим просвещением. Действительно, спустя почти 100 лет, в июне 2012 года, 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, исследовательских фондов и СМИ дали ответ на вызовы современности, воссоздав российское историческое общество. Оно фактически стало правопреемником и продолжателем дел императорского общества. Не случайно открытие монумента Петру Вяземскому – событие глубоко символичное. Отныне памятник первому председателю Русского исторического общества будет стоять во дворе дома современного Российского исторического общества. Петр Андреевич Вяземский стал при жизни прототипом, просто персонажем главных, как оказалось потом, через много лет, двух главных произведений русской литературы. Евгений Онегин, где он есть, под своей, кстати говоря, фамилией, и «Война и мир», потому что известно, что Пьер Безухов, это его прототипом был Петр Андреевич Вяземский. В ходе церемонии председатель исторического общества поведал собравшимся весьма интересный факт. Оказывается, в 19 веке многие государственные деятели в той или иной степени, как ни странно, были связаны с разведкой, в том числе и князь Вяземский. Он в определенный период работал еще и в Министерстве финансов, занимал должность директора департамента внешней торговли, и на этом посту он, конечно, усиленно собирал различную информацию из разных источников, анализировал эту информацию, что, по сути, является частью разведывательной деятельности. В день открытия памятника Петру Вяземскому правительством Москвы было принято решение о продлении пользованием здания РИО на последующие 20 лет. Старинная усадьба на Воронцовом поле отныне и на долгие годы – дом князя Петра Вяземского.